Привет, друзья! Мы с вами отправляемся в Белград, Леон, вторая лига А, дивизион Серебро. И здесь, на стадионе «Салют», местный футбольный клуб, соответственно, с названием «Салют», примет соперников из Челябинска, команду, как несложно догадаться, которая называется «Челябинск». Ну что, друзья, считанные секунды и поехали. Стартовый свисток. Начинаем мы с вами смотреть этот матч и начинаем оглашать составы играющих сегодня команд. В принципе, к этим реалиям подстраиваться. Скидка неплохая. Дегтев мяч пропускает. А там никого, но это мог быть самый эпичный автогол в нашей с вами жизни, дамы и господа. Как тут срезал мяч сейчас и ставил Кашутова в очень сложное положение. Как раз таки с этой точки. И вот снова он крутит чуть ли не в ворота. Скидка здесь. Ну добить же надо. Прям ворота было. Сейчас мимо мяч летит. Косинчук это был. Опасно очень. По всей видимости, Азиз Газиев хочет нам что-то показать. Ну вот, к примеру, такой удар, и почему бы нет? Очень здорово. Кирилл Кашиутов здесь спасает свою команду. Отличный удар. Плотно, классно, Азиз Газиев. Виктор Новаченко так или иначе сегодня навел порядок. А вот это опасно может быть. Рикошет и 1-0. Азиз Газиев открывает счет в этом матче. Молодой нападающий. Вот только мы сказали про голы. И пожалуйста. И 1-0. Тут, знаете, такое ощущение, что буднично забили, буднично отпраздновали. Как будто вообще ничего не произошло. Со всей этой системой разобраться. Еще момент. И снова удар и шедеврище. А вот это красота какая. 2-0 от Носова. Ну это, конечно, абсолютно шедевральный гол. Музей футбольных голов имени Александра Носова можно сегодня открывать. А здесь перехват. И какая опасная атака может быть сейчас. Подача пошла. На дальний мяч летит. Ух, ошибка какая тут. А дальше летел добивать мяч Артем Филиппов. Ну, смотрим, какая-то здесь совсем неосторожная скидка от Алексея Никитенкова. Ну и тут дальше Першин, ну, можно сказать, спас свою команду. Ух, хорошая атака Челябинска. Вот сейчас момент, может быть, передача третий. Они забивают третий. Очень спокойно, 3-0. Как по учебнику. Максим Майорович. Было просто и понятно. И оформляет он свой гол в этом матче. Она может и голом закончится, но не закончится ничем. Все на этом, друзья, 3-0. Челябинск победу одерживает очень спокойно. Очень грамотный второй тайм от команды Виталия Панова, в котором она сняла абсолютно все вопросы. А в общем-то, друзья, на этом все.